Вот вы видели в этих сюжетах, какая атмосфера царила на участках в самых разных точках нашей страны. Видели, как люди голосовали, чем они обуславливали свой выбор, чем руководствовались. А сейчас вашему вниманию такой концентрированный блиц-опрос наших граждан. За мирную страну голосуем, чтобы у нас не было того, что происходит у наших соседей, чтобы просто вот этого ужаса не происходило. Только на данный момент, только за это. Потому что нам еще детей рожать, мы хотим, чтобы они жили в хорошей, мирной стране. Нужно голосовать обязательно за будущее вот этих вот малышей. Ну что, проголосовали, это наше право, да? Да. Это обязанность каждого гражданина Республики Беларусь. Мир, конечно, развитие экономики в первую очередь, поскольку мы живем здесь, мы в этом все заинтересованы. То, что мои родные, близкие, моя семья, дети могли спокойно ходить по улице, возвращаться домой в любое время дня и ночи, и суток. Вот за вот эту вот стабильность, за вот это вот спокойствие, которое нам, ну, на данный момент есть. Мне не безразлична судьба моих детей, моей семьи, нашего будущего поколения. И я голосовала за мирное небо, за стабильность, за благополучие. Я голосовала за будущее наших детей, за то, что у них есть возможность учиться, получать такое образование, за то, что у них есть возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах не только республиканского, но и международного уровня и получать там, занимать действительно первые места и тем самым прославлять нашу Родину за то благополучие, которое сейчас нас окружает.